Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crossing Soul. Так, мы с вами остановились... Ага, все, я вспомнил. Ну что же, давайте тогда мы сейчас посмотрим, что здесь можно сделать. Ясно, здесь у нас тупик, мы не сможем пройти, вижу лестницу. Так, значит, нам нужно идти на крышу вот этого вот здания, это, по-моему, если не ошибаюсь, дом Мэтта. По-моему, так, да, здесь мать была, отец стоял. Хорошо, давайте тогда вот здесь пробежимся. Так, ящики разбиваем. Все, отлично. А вот эти вот прожектора, интересно, для нас опасны? Так, дверь. Должен быть способ, как это открыть. Ага, прожектора на нас не влияют, я смотрю, да? Хорошо. А как нам открыть, интересно, вот здесь вот? Так, запрыгнуть не могу, ребята. Вот, ящички. Опачки, вот тебе и не могут. Могут они все, ребята. Блин, видимо, я там, когда стоял, не полностью меня замечали. Хорошо. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно... Блин, я даже не знаю. Как-то попасть внутрь. Так, подождите секунду. Давай вот так пробежим. Погоди-ка, мы здесь... Ха-ха, здесь тупик, а зайти не сможем. Блин. Вижу лестницу. Все, понял, ребята, кажется, что нам... Ой, ё-моё, опять зацепило. Так, здесь, короче, нужно нам, скорее всего, перелетать. Так, перепрыгнуть навряд ли мы сможем. Так, Мэтт, давай. На своих сапожках летающих. Так, шикарно все у нас получилось. И что у нас тут? Рычаг. Хм, все нормально, я думал, не действует. Все, ребята, мы открыли с вами проход. Подожди-ка, что это здесь такое? Книга 9 и З, по-моему, была. А зачем нам вот это вот 9 плюс З? Хм. Книжка, главное, не открывается. Так, давай, поднимайся. Крис, давай, давай. И нам нужно спрыгивать, я так понимаю, вот сюда. Так, пускай сейчас прожектор пробежит. Отличненько, заходим. Это что у нас тут еще такое? Смотрите, везде копы. Ёлки-палки. Так, ну и что у нас тут? 4А. 4А. Слушайте, это какой-то пароль, видимо. Ладно, подождите, ребят. Тут, по-моему, у нас прожектор. Так, ну-ка. Достанет? Нет. Ай-яй-яй-яй. Не, нормально, повезло нам. Сердечко, хорошо. Как же нам быть? А, ну давайте следом побежим сейчас. Так-так-так, успеем? Нет? Ай, по-моему, нет. Хотя все нормально. Так, сердце обязательно надо подбирать, потому что у нас очень мало хп, ребят. Оу, сахарное сердце, это хорошо. И, наверное, нам нужно спуститься. Кстати, вон там, ребята, чекпоинт у нас будет. Сейчас мы с вами сохранимся. Так, ящик этот разобьем. И еще одно сахарное сердце, замечательно. Так, ну что, ребят, давайте сохранимся на всякий случай. Мало ли там что впереди у нас. Да, перезаписываемся, и здесь не пройти нам. Пожалуйста, введите верное имя пользователя. Какое имя, интересно. Ну, давай возьмем вот так вот. Клопаций. Имя пользователя неверно. Ладно, давай-ка тогда еще другое возьмем. Трэмс. Неверно. Ладно, давай следующее. Карандаш. Ага, карандаш, значит, понятно. Введите пятизначный пароль. Так, я помню, там было З. Потом девятка. Четверка. Блин, ребята, вот это засада. Неужели нам сейчас придется все вот так вот подбирать методом тыка? Я помню, что четверка должна быть, точно. По-моему, Z там была. Девятка. Ну, давайте, короче, наугад делать. S. Неверный пароль. Понятно. Так, ладно. Давай карандаш. Так, четверка. Ну. Так, четверка... Ох ты, елки-палки. Тут вот как получается. Блин, ну и что взять? Ну, давай, наверное, попробуем вот так вот. Неверный. Ладно. Первая у нас идет четверка.
Так давайте еще разок. 4. Потом у нас идет F. Так. Может быть. Неверный, блин. Так, ладно, давай еще разок. Карандаш. Так, поехали. 4. F. Дальше мы возьмем. Может быть. Так, S тоже неверно. Понятно. Там может быть. Да какой, блин, трость, елки-палки. Так, у меня есть еще в голове задумка насчет девятки. Но почему-то я сомневаюсь. Так, 4. F. Давай, 9, верно, ребята. И, блин, а вот теперь-то что? Интересно, правильно, неправильно будет. Давайте вот так вот. О, понятно, а теперь Z. Замечательно, ребята. Пароль подтвержден, заходим. Смотрите, все в костюмах таких стоят здесь по бокам. Все готово, сэр. Хм. Ну, как ты уже знаешь, наша цель — этот чертов камень. Смотри, смотри, что-то нервничает стоит. Блин, а мне мимо него пробегать придется. Ха, он меня не видит. Олух. Что я могу еще сказать? Так. Опачки, смотрите-ка. Ребята, две батареи засунул. Чувак за рычагом тут стоит. Засада! Вы в ловушке, спиногрызы, и вы никуда отсюда не уйдете, пока не отдадите нам камень. Верно, отдайте нам камень, и мы вас отпустим. Черт возьми, Зет, от тебя толку вообще никакого. Заткнись. Камень, ребята. Ни за что. Пусть будет по-вашему. Опачки, это босс, ребята. Так, что делаем? Отбиваем, наверное. Как, помните, было в свое время? Такая же тележка. Ага. Ё-моё, попал. На-ка, выкуси, гад. Давай, ребята, давай отбиваем. Да что такое, мы слишком много пропускаем с вами. Ай-яй-яй. Опасно. Так, что? Так, тут нужен Мэтт. Включили, теперь толстяк. Давай отодвигаем эти батареи. Понеслась. Так-так-так, что он там делает? Ха-ха-ха, гад, ничего себе. Понятно. Стрелять-то ты будешь своими шарами или нет? Нифига. Не хочет. Ага, понеслась. Ага, получи-ка. Пока все хорошо, ребята. Блин, промахнулись. Все, пока у нас идет удачно. Да черт подери, мало хп, ребята, у нас. Ох ты, елки-палки. Смотри, что творит. Так, подожди-ка, я что-то не врубился. Ну-ка, вот, давай, толстый. Отодвигаем еще одну батарею. Хе-хей, и все, делов-то, ё-моё. Ну и босс, блин. Так, ой. Ого-го. Какие еще бомбардировки, ёлки-палки. Слушайте, а что мне надо сделать-то теперь? Так, он сейчас опять будет своими шарами или нет? Нет. Так, Z. Смотрите, хп... Оу, отбивать надо. Черт, ребята, очень мало хп. Так, ну-ка. Блин, это очень-очень опасно, ребята. Если он сейчас по мне попадет, мне хана будет. Так, может быть, в него как-то стрелять? Но он же в щите и бесполезно, по-моему, да? Да, бесполезно, Мэтт. Может быть, когда он снимает этот щит? Ай-яй-яй, прижучил, гад. Ну-ка, вот. Вот сейчас, когда он снимает. Ну да, вроде бы что-то есть. Так, ну и чего? Не понял я юмора. Он же отключается. Так-так-так, опять бомбы. Ё-моё. Ладно, бегаем, ребята, бегаем. Короче, если Мэтт в него будет попадать, он отключается. Вы сами это прекрасно видели, но... Почему-то хп не отмечается у него. Промахнулся олух. Так, одно попадание есть. Смотрите, вот он чё... И почему? Почему я его не могу добить, а? Так, опять бомбы свои бросает. Слушайте, ребята, может быть, надо в ближнем бою ему звездануть, а? Сейчас попробуем, короче. Так, ну чё, сбрасывай давай свой щит. Я тебе сейчас звездану хорошенько. Но... Да, ребята, вот, надо было, оказывается, в ближнем бою его накумарить.
Что такое? Что случилось? Давай идем, нам надо выбраться, пока они не проснулись. Да, ну как? Уверена, они следят за входом? Кажется, у меня есть идея. За мной. Так, Крис опять что-то задумал. Так. Ё-моё. Ребят, мы на велосипедах сматываемся. Толстяк, давай. Блин, я думал, нифига с такой скоростью пролетел, что даже стекло не разбил. Так, ладно, ребята, мы куда-то с вами умотали. Ага, преследование-то до сих пор за нами идет. Ну и что? Просто великолепно. Всегда мечтал поугонять от преследования. Хватай велосипед и удирай от Бронсона, пока он тебя не поймал. Следи за руками. Избегай столкновения с препятствиями. В принципе, все понятно, ребята. Так, едем. Ага, понятно. Так, ну нам хотя бы руки подсказывают, что нужно сделать. Так, отлично. Здесь так. О, а это что? Ага, смотрите, нам повезло, ребят. Черт, что-то, по-моему, скорость увеличивается. Так-так-так, давай сюда, наверх. Опа, опа, опа-на. В серединке, вверх. Что-то как-то, блин, сложновато. Так, юлим. Внизу останемся. Так, серединка, вниз. Вверх, блин, вниз, вверх. Офигеть. Давай вверх. Так, опа, молодец. Что такое опять? Бум, большой Джо всех столкнул вниз. Молодец, елки-палки, ничего не скажешь. Но зато мы, я так понимаю, от преследователей все-таки оторвались. Так, что тут у нас? Ну, официально заявляю, это худшее лето в истории. Хм, планка на самом деле довольно высока. На этот раз нас чуть не поубивали. Боже, и этот Бронсон чокнутый преследовал нас как... О чем он думал? Что мы прячем инопланетянина? О, это забавно. Прости, что напоминаю тебе, но мы заблудились. Мою лабораторию конфисковали. Бронсон нас сейчас преследует. Наши родители похищены. Мы даже не знаем, где они. Это кошмар. Мэтт психует. И что, Мэтт, собираешься свернуться калачиком на полу и рыдать? Да, Мэтт, у меня идея. Почему бы тебе не изобрести машину, чтобы меняла тебе подгузники? Может, лучше сделать машину, которая закроет тебе рот? Прекратите, хватит уже. Перепалки нашим семьям не помогут. Нам нужен план. Ладно, и что за план? Ну, я думал. Думаю, нам сначала нужно выбраться из леса и вернуться в Тахунгу. Да, ты прав, чувак, извини. Я... У меня был сложный день. Забудь. У всех у нас был сложный день, Мэтт. Все будет хорошо. Ребята, вы это слышали? Кевин, это ты? Так, что нам тут показывают? Луну. А при чем здесь луна? Полнолуние, что ли? Так, ну что, ребятушки, давайте тогда, наверное, мы с вами сохранимся, я так думаю, для начала. Это как бы неотъемлемая часть нашего игрового процесса, иначе фиг узнает, что там нас будет ожидать. Так. Значит, нам нужно просто-напросто выбраться из леса. Крис, давай. Блин, у меня у Криса мало хп. Очень мало. Так, а что если мы с вами вот здесь поднимемся? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, я вижу ящичек. Замечательно, сердечко, кстати. О, погоди-ка, погоди-ка. Тут духи? Точно, ребята, духи. Слушайте, у нас же нет вроде бы аппарата, который может видеть призраков. И что же нам тогда делать? Так, здесь нужно перепрыгивать, это однозначно. Давай-ка, Мэтт, на своих сандалях летающих. Погодите-ка, но у нас же Кевин есть в группе? Есть.
Мы просто можем, наверное, его вызвать. Нам не нужен уже этот аппарат-то мэтовский. Ладно, ребят, сейчас мы с вами посмотрим все это дело. Так, здесь нужно забраться. Крис, давай. Поползли, блин, тебе бы хпшки бы восполнить. Так, а здесь уже нужно перепрыгивать. Давай, Чарли. Цепляемся. Ага, вот, все нормально, ребята. Мы, ой, Мэтт, Кевин с нами. Значит, мы можем с вами видеть духов. И это замечательно. Так, главное попасть на зеленую. Отлично. Шикарно. Так, а что нам... А, Кевин, наверное, будет появляться... Ага, все нормально. Мы переключаемся между нашим и потусторонним миром, и Кевин у нас появляется. Замечательно. Так, ну-ка. О, сердечко, замечательно. А это не разбивается. Так, дай-ка я вот этот вот, наверное, ребята, ящик-то все-таки приберу к себе, к рукам. Сахарное сердце получил. Замечательно, просто зашибись. Так, что нам дальше-то нужно сделать? Так, давай-ка восполним хпшки. А, смотрите, внизу духи бегают уже. Но, Чарли, ты у меня спец по этим делам. Давай своей плеткой бомби их. Ух, сосунки. Так, а что дальше? Так, давай-ка, Кевин, сюда к нам поближе. Будешь у меня как разведчик. Так, ну здесь мы не допрыгнем, это однозначно. Я, наверное, думаю, ребята, здесь нужен нам Мэтт. Только Мэтт сможет туда перелететь, на эту платформу. Ну, Мэттушка, полетели. Отлично. Что и требовалось доказать. Но он выдыхается быстро очень. Так, Кевин опять с нами. Кусты разбомбили. Ну-ка. Блин, не хочу рисковать, ребята. Будем прыгать всегда Мэттом, потому что он зависает в воздухе, и я, по крайней мере, по тени определяю, куда мне приземляться. Так, давай-ка вот сюда. Так, а здесь мы, интересно, сможем долететь, а? По идее, должны. Все-таки у Мэтта слишком такой затяжной прыжок и долгий. Отлично. Так, вот не люблю, когда маленькие платформочки стоят. Вот так вот. Ух, замечательно. Пока у нас все идет хорошо. Слушайте, а может быть, Кевина не надо каждый раз к себе подтягивать? Можно будет из любой точки его вытянуть. Так, давайте здесь тоже перелетим. Отличненько. Так, давайте-ка вот сюда. Слушайте, а что это такое на дереве? Или за деревом, я не могу понять. Нет, там пусто. Я думал, что видите, что-то светится такое. Но видно просто так. Ладно, полетели, Мэтт. Главное, не ступи и не упади. Отлично. Так, отдышался, полетели дальше. Так, кусты эти все разбиваем здесь. Потому что, может быть, сердечко нам попасться. Кевин, хорош, ё-моё. Газики-то свои пускать, блин. Смотри-ка, что-то не дают там сердечек больше, а? Странно, но все равно. Пока у нас все хорошо. Блин, да что такое? Это весь лес будет заключаться в этих прыжках. Я вот больше всего ненавижу прыжки всякие, ребят. Прыгать там, перепрыгивать, где-то цепляться. Люблю просто бегать. Так, здесь нужен Крис. Только он умеет у нас везде тут карабкаться, ползать. И, кстати, единственный персонаж, который прыгает. Ну, Мэтт тоже, в принципе, прыгает, но он больше как планирует. Ага, вижу ящики. Точнее, ящик. Ну, перепрыгнешь, нормуль. Так, ослепительный фонарик. Кстати, я этим фонариком еще даже и не пользовался, если честно. Один раз так, на пробу нажал, ну а в боевке еще вообще не применял. Так, Мэтт, давай еще тихонечко тут аккуратно. Буквально одна платформочка, ага, одна. Не одна, ребят, там вон, я смотрю, еще будут. Отлично. Давай теперь сюда, и я так понимаю, нам нужно перелететь вон туда. Так, Кевин с нами, все нормуль. А можно было бы даже и Кевином перепрыгнуть, в принципе, да? Опа, допрыгнет, нет? Как вы думаете? Проверим. Легко.
Так, а это что у нас такое? Вот это мне не нравится уже, блин. Всякий пресс тут находится. В лесу причем, да? Так, давай мы это аккуратнее, аккуратнее. Все, у тебя получилось, молодец. Слушайте, я боюсь, интересно, тут сразу погибнешь, если тебя придавит или нет? Ну, у меня вроде бы есть кувырок. Ну-ка, опа, отлично. Оу, призраки. Так, Кевин, ну-ка. Они, наверное, на него реагировать не будут. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, гад. Все-таки попал один разок. Куда, куда? Раз, два, три. Все. Отстрелял свое, хламон. Так, что у нас тут происходит? Еще призраки. А ну-ка, получите. Сосунки, одним словом. Ладно, ребята, давайте тогда мы с вами пойдем вот сюда. Я так понимаю, здесь, наверное, уже будет выход. Или нет? Ну-ка, Кевин, давай-ка, пойдешь у меня в разведку. Это что такое? Взрывастики? Только взрывастиков тут нам не хватало. Ну, Кевин, елки-палки, уже не можешь запрыгнуть тут на элементарную платформу. А это кто такой? Привет, я Кевин. Странно, я какое-то там чудило сидела. Может быть, какой-нибудь безобидный дух? Ну-ка, сейчас проверим. Ага, безобидный дух, это взрывастик сидел. Так, давай, Чарли, опять надо будет прыгать. Ну-ка. Отличненько, молодец, умница девочка. Так, я вижу здесь опять этот некромант. Слушайте, я, наверное, его отсюда не подобью, да? Ну-ка, Мэтт, давай. Нет, бесполезно, нужно именно вниз спускаться. Хоп-хоп-хоп, готов, охламон. Даже не попал. Оу, старые знакомые, скелетики. Ну ладно, давайте, идите сюда. Так, один готов. Сейчас и второй будет готов. Замечательно. Так, давайте-ка вот так постреляем. Оно так безопаснее, мне кажется, на расстоянии этих говнюков держать. Блин, Мэтт, короткая у тебя дистанция у пушки. Ну давай, одержимая сущность. Подохла. Опа, это кто там? А, опять некромантишка появился. Ну, он сейчас допуляется, ребят. Сейчас он тут дострочится. Все, готов. Так, ну иди сюда, сущность. Блин, я не понимаю, Мэтт, твой радар вот этот то срабатывает, то не срабатывает. Так, опять скелеты поперли. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так, сущность готова, скелет взорвался. Ну и все, в принципе. Так, опять тут этот фонарик у нас будет. Давай, Крис, запрыг. Блин. Прыгаем. Так, хорошо, а дальше-то что? А, вот сюда. Все, нормуль. И, видимо, мы сейчас куда-то... Нет. Я думал, сейчас куда-то уже придем, но не тут-то было. Такая локация мрачная, если честно, да, вот этот лес. Опа, на мостик у нас. Неужели выбрались? Так, опять нам показывают луну. Не понимаю, для чего. У меня с ней только одна ассоциация. Полнолуние. А в полнолуние у нас что, ребята? Правильно, всякая аномальная сущность вылазит. Ух ты! Это что такое? Пионеры, что ли, какие-то? Я не пойму. Так, ну-ка, давай поговорим. Что это? Похоже на детей призраков. И они преградили нам единственный путь в Тахунгу. Но мы сможем попросить их нас пропустить. На вид они довольно милые. С ума спятила? Ты их лица видела? Они больше похожи на маленькую армию. Знаешь, здоровяк, пошутила я. Не так уж и безумно. К тому же у нас нет другого выбора. Придется идти через них. Что думаешь, Кевин? Может, я смогу стать их призрачным другом? Вечно я сам собой говорю, когда вы отключаетесь от Дуата. Так, хорошо. Ну, давай посмотрим. Подожди, Кевин. Ты почему? Я думал, ты сейчас будешь идти, а он взял и смылся от нас.
Ну-ка, давай походим с тобой. Так, поговорить. А? Это ты мне? Проехали. Опа-на. Давайте-ка, ребята, сохранимся с вами. Обязательно. Раз уж такое дело. Все, отличненько. Так, ну, а теперь... Смотрите-ка, ничего они нам и не делают вообще. Зря паниковал. Но давайте узнаем, что они хотят. Лесное ополчение. Говорят, если станешь дружинником, хозяин леса в награду вернет тебе жизнь. А если хорошо себя покажешь, получишь столько сладостей, сколько сможешь съесть. Ладно. Так, что у нас тут еще есть? Ну-ка, имя. Что такое? Живые у дверей моего лагеря? Если бы война уже началась, не бывать бы такому. Хм. Так, ну что ж, давай тогда... Что тут происходит? Война одного дня, вот что. Мы набираем в ополчение из детей-призраков. Страшно, а? Так мы завоюем мир, как никто до нас не завоевывал. Но почему вы хотите сделать это? По правде, мы-то не то, что мы хотим. Но хозяин леса пообещал, что вернет нас к жизни и отдаст нам все сладости мира, если мы присоединимся к войне. А раз мы уже мертвы, то и терять нам особо нечего. Кто тут главный? Глупый вопрос. Водитель автобуса. Он есть хозяин леса уже много лет. Довольно жуткий тип, но знает, как убеждать людей. Похож на тех, кто постоянно предлагает конфеты детям. Я в шоке. Ну что, ребята, все, в принципе. Я хочу записаться. Ты не смеши меня. Ты даже не розовый. Мы принимаем только детей-призраков. Понятно. Ну, тогда я ухожу. Ну и иди. Ну и пойду. Так, ну-ка, Кевин, а тебя смогут записать в этот отряд? Не знаешь, как пройти через лес? Никак, пока не вступишь в дружину. Лесные дружинники могут входить и выходить, когда захотят, а мы нет. Так, имя. Капитан Разбери. Ха, у нас тут шутник. Вы записались в дружину, мистер Разбери. Но я хочу записаться. Я хочу записаться. Отлично, прости, что не разделяю твоего энтузиазма, но я тут весь день торчу. Офисная работа? Да, ненавижу. Ладно, как там тебя? Кевин Уильямс. Имя кажется знакомым. Хорошо, Кевин Уильямс, ты зачислен в дружину, можешь отправляться в автобус на экзамен. Экзамен? Экзамен на дружинника. Следующий. Зашибись просто. Так, ну что, мне... Ага, я могу сюда... Опачки, ребятушки, а я... Так... Если эти призраки засекут ребят, им нужно будет бежать очень-очень быстро. Я так не играю. Понятно, выйти мы отсюда не можем, видимо, да? Нужно мне как-то моих реб... Ох ты, открыть. Смотрите, я лазейку ребятам своим сделал. А ну-ка. Спасибо тебе, Кевин. Удружил так удружил. Так, не могу разбить почему-то. Что это, интересно, такое? Так, тут полно пирожных. На них, одних можно целых 100 лет продержаться. Ну, Джо, как всегда. Интересно, зачем призракам пирожное? Эти призраки серьезно настроены. Ну да, мы уже заметили. Так, ребят, ну все, мы проходим с вами и сматываемся отсюда. Ну что опять? Йоху, мы пробрались в лагерь. Выкусите, призраки. Шш, заткнись, мелкий, они нас услышат. Идите сюда, это потрясающе. Конечно, тебе-то все равно, ты уже мертвый. Хи-хи-хи. Ребята, смотрите. Угу. Так, еще один патруль. Ой, мамочки, здесь повсюду призраки. Нам отсюда живыми не выбраться. Крис, а почему ты так говоришь? Они же нас не трогают. Ладно, если хотим выбраться из этого леса, нам нужен план. Да, даже представлять не хочу, что бы с нами было, если бы эти призраки нас нашли. Вряд ли у них хорошее на уме. Почему мы их так боимся, а? Хм, да, понимаю. Ненавижу это говорить, но... Кевин, нам нужна твоя помощь. Что? Не слышу. Повтори погромче. Может, если ты добавишь «пожалуйста» или «ваше высочество», я тебе лучше расслышу? Мечтай, мелкий. Слушай, если хотим выбраться из этого леса, тебе надо притвориться, что ты один из них. Пока ты будешь их отвлекать, мы проскочим мимо лагеря. Черт, Крис, отличная идея. Погоди, ты просишь меня проникнуть на секретную базу каких-то чокнутых детей-призраков посередине самого ужасного леса во всей Калифорнии?
Чтобы тебе помочь? Хм, да, выходит, что так. Прости, Кевин. Ладно, кавабанга. Это как в фильмах, которые наш папа любит. Сверхсекретная миссия в лесу. Я шпион. Стой, не сейчас. А он побежал, дуралей, блин. Ну, надеюсь, сработает, иначе нам крышка. Ой, мамочки. Так, что, мы играем за Кевина, да? Ну и что тут такого опасного? Я не могу просто так уйти. Надо помочь ребятам. Но, по всей видимости, мне придется с кем-то тут разговаривать. Эти чучела легкие. Вот когда начнется война с живыми, все будет по-другому. Война с живыми? А разумеется, мы должны забрать свое. Мне надоело в другом измерении. Мне нужны оба мира. Ничего себе у тебя задумки. Похоже, я обгадился, слишком сильно толкал. Дергает там своим пузом. Так, ну подождите, мне что-то нужно. Я так нервничаю. Начинаем экзамен на дружинника. Удачи. Расслабься, это просто. Так, а что же мне сделать-то нужно? Ух ты, эти парни знают, что делают. Так, Кевин, ты давай ищи мне... Как помочь? Может быть, с ней надо поговорить? Жду не дождусь начала войны. Интересно, когда они начнут делать оружие? Слушайте, я не могу с ней поговорить почему-то. Блин, кто здесь главный? А, погодите-ка. Ах ты, смотри-ка, что у нас здесь. Вот он. Ой, елки ты палки. Лес густой. Так, Кевин, давай потихоньку же сказал, ё-моё. О, у него пошли тратиться хпшки. Я думал, что он бессмертный. Не тут-то было. Так, давай потихонечку, я тебя прошу. Замечательно, все хорошо у нас получилось. Так, а дальше-то что? Сюда вниз. Куда это мы вообще идем? Бежим, точнее, с вами. Ну-ка, давай здесь. И еще один прыжочек. Замечательно. Так, куда-то мы с вами идем. И неспроста, между прочим. Так. Опачки, ребята. Мы открыли еще одну потайную, так скажем, дверь. Ну и теперь мои ребята смогут отсюда уйти. Давай, толстый, поднажми маленько. Что опять? Что за шум? Где мы? О боже, это ловушка. Ловушка. Я не могу умереть натощак. Это шум. Похоже на фабрику. Фабрику посреди леса? Бессмыслица какая-то. Какая разница, есть в этом смысл или нету, Мэтт? Нам надо выбираться отсюда. Но как? Так, Кевин тут появился у нас. Та-да-дань. Я знаю как. Кевин, слава богу, как нам отсюда выбраться? Хм, вообще-то я не знаю, но эффектно получилось, скажите же. И ржет. Кевин! Ладно, ладно, не кипятитесь, я помогу. Найди, как нам помочь, мы должны поскорее убраться отсюда. Так, сохраняемся, ребята. Ну что ж, на этот раз мы точно с вами пройдем это все дело. Сколько уже можно, да? Скажите мне. Так, ну что, Кевин, давай твой выход. Побежали. Так, ну что, эти платформы, в принципе, ерунда все. Первая, как говорится, и вторая дверь для нас это будет пустяк полный. Ну, а дальше посмотрим, как оно будет. Так, отличненько. Давай сюда. Так, перепрыгиваем. Мне только одно. Главное, чтобы ты не упал. Остальное все ерунда. Так, есть, бинго. Так, ну что, где у меня Крис, мой попрыгун родной? Давай, сейчас будем с тобой. Оп, давай, отлично. Все у нас пока хорошо получается. Но на самом деле это только начало. Так, ребята, вот они, следующие платформы. Тут нам понадобится, естественно, наш любимый Кевин, призрак маленький. Так, что у нас тут такое? Это мы все разбираем. Так, фонарик у нас тут ослепляющий. Так, как много оружия. Аж мурашки по коже. Так, Кевин, сейчас ты мне здесь нужен. Обязательно. Так, перемещаем его. Твой выход, родной.
Так, платформы, ребята, платформы эти исчезают. Вот в чем вся соль. Так, ждем, 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 ждем. Погнали. Так, 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 так. Опа, нормуль, пока все хорошо. Так, тихонько, тихонько. Тут у нас сейчас будет очень много исчезающих платформочек. И главное на них вовремя попасть. Потому что мы можем с вами упасть, и нам придется тогда все заново это начинать. Так, замечательно. Так, вот они, маленькие эти платформы. На больших-то хорошо стоять, а вот на маленькую попасть. Так, ай, елки-палки. Ну, Кевин, ну как же так, а? Ну, чтоб тебе, а? Непослушный ты парень. Да куда ты, елки-палки? Вижу, платформа исчезает уже, а? Он все прыгает. Все не терпится ему, ё-моё. Так, тихонько, ребята, побежали. Так, замечательно. Так, перепрыгиваем здесь. Тут главное опять не лопухнуться. Давай, прыгай. Хорошо. Так, а вот здесь, ребята, нужно будет вот сюда, потом в угол и уже заранее прыгать. Вот так вот, да. Так, ну и здесь последняя платформочка. Сейчас главное... Оп, и быстренько. Все. Ну что же, Крис, давай. Сейчас ты у меня будешь опять прыгать. Главное аккуратненько. Ой-яй-яй-яй, задело, задело все-таки, но... Ладно, выжили, главное. Так, что у нас тут? ХПшки. Опять ослепляющий фонарик. Даже не один причем. Угу. Так, ну здесь у нас, как обычно, будет прыгать Мэтт. Потому что он у нас на своих сапожках-пердунках. И, как говорится, большая вероятность уцелеть нам. Иначе нам опять, ребята, придется все заново это проходить. Так, давайте запрыгиваем, залазим сюда. Кевина мы с вами в любой момент сможем сюда переместить. Так что для нас он пока не важен. Так, а здесь-то у нас что? Угу. Фонарик? А нет, смотрите-ка. Не фонарик, сахарное сердце. Так, я не понял. Спрыгнули. Ну, назад-то я уже не смогу подняться. Так, а здесь не допрыгиваю. Здорово просто. Хе. А, тут большой Джо нам нужен. Ну-ка, давай-ка. Сюда ее. Отличненько. Вот так вот, наверное. Так, теперь нужен Мэтт. Давайте-ка, Мэтт. Мэтт, давай перелетай. Да тихо-тихо, чуть не упал, елки-палки. Так, ну-ка. Не понял, почему Джо не может толкать этот ящик, а? Неужели здесь так узко для него? Наверное, так оно и есть, ребят. Нам надо будет опять сделать кое-что. Так. По идее, надо переключаться опять на Мэтта. Перелетать. Хотя мы можем даже здесь перепрыгнуть, да, в принципе-то? Ну-ка. Да. Так, Джо. Подожди, не так. Подтяни. Вот. Есть? Есть проход. Ребята, вот теперь мы должны взять Мэтта, перелететь вот сюда. Дотолкать этот ящик. Замечательно. Так, Мэтт, как же опасно вот эти вот перелетики, блин, честно вам скажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, нормуль, получилось хорошо. Так, давай, толстячок. Да нет, не это. Просто тащи. Так, но здесь нам нужно оставить местечко, ага. Давай, Мэтт, перелетаем. Все. Дотягиваем до конца этот ящик с вами. Вот так вот. Подожди-ка, если мы с вами... Да, по идее, должно хватить. У него этого полета. Может быть, вот так вот? Нет, это фигня получится. Если мы на него попадем, толстый потом не сможет его оттуда вытащить. Тогда придется, да, до конца дожимать. Хорошо. Так, ну что, Крис? Блин, сейчас будем, ребята, с вами тут пыхтеть. Так, полетели Мэттом. Должны успеть. Да чтоб тебя, блин, вот как меня бесит, когда он там зацепляется за какую-то фигню. Давайте все заново. Сразу скажу, у нас это получится, наверное, не с первой и не со второй попытки. Так, давай, летим. Да ядрёно ты, что вообще упал, блин. Мэтт, ты издеваешься надо мной, да? Ну-ка, опять то же самое, да? Ты будешь лететь-то сегодня или нет, а? Зачем тебе реактивные сапоги твои? Так, 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 тихо, 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 тихо. Опять он зацепился, блин.
Не понимаю я, почему он там вот зацепляется за этот угол чертов. Но все равно мы с вами пролетим, чего бы нам этого не стоило. Так, давай. Вот, молодец. Фу, повезло. Довольно быстро мы справились с вами. Так. Давай, подтаскивай. Так, теперь нам нужно вот этот ящик поставить, ребята, к тому. И будем с вами перепрыгивать. Так, замечательно. Давай, толстенький. Крис, твой выход. Так, отлично. Так, ну здесь, ребята, перепрыгиваем. Все легко и просто. Так, и вот на эту вот ленту сейчас спрыгиваем. Так, куда она нас там ведет-то? Ага, еще одни ворота. А, здесь тупик. Так, нам нужен, ребята, Кевин здесь. Только Кевин может проходить через преграды. Так, а тут у нас что, ничего нету? Так, тихонько. Главное здесь не упасть тоже. Тихонечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу, блин. На волоске, как говорится, был. Все. Так, у нас там электрическая, да, фигня? Значит, нужен Кевин. И будем попадать, ребята, в тот электрощиток. Тоже проблема, кстати. Оп, шикарно. Получилось довольно быстро и легко. Тут у нас ничего нету? Нету. Давайте, ребята, перелетать. Вот так вот. Ну и Чарли будет сейчас у нас прыгать. Главное попасть, ребята. Попал? Попал. Ух. Так, мэтушка, давай, полетел. Отлично. Действительно, такая мрачная миссия. Вот это вот лес, фабрика какая-то. Ух. Попрыгунья, как говорится, от бога, да? Сахарное сердце. У нас 4 штуки их. Вообще замечательно. Так, а это что? Похоже, босс сегодня не в настроении. А когда он вообще в настроении? Он был водителем автобуса. Плохое настроение у него в крови. Шш. Если он услышит, то снова тебя убьет. Не думаю, что он сможет. Нет. Ты что, не знаешь, с чего все началось? Я не шучу. Если бы не его обещание нас с того света достать, я был бы уже далеко отсюда. Так, это что у нас, ребята, босс, что ли, или нет? Ух ты, надо будет как-нибудь еще раз попробовать. Не тупи, я туда ни за что не вернусь. Эй, кто там? Опачки, засекли нас все-таки. Ой, черт, нас засекли. Засекли? Засекли что? Быстрее придумай что-нибудь. А, да, это ужасно, они засекли нас, и теперь... Теперь вы мои пленники. Да, точно. Я их схватил, когда они пытались пробраться в лагерь. Они думают, что лучше нас, потому что живые. Я веду их к боссу. К боссу, значит? Стой, что-то я тебя не узнаю. Да, ты новенький. Судя по твоему лицу, ты еще не сдавал экзамен. Конечно, сдавал. Сдал на 5 с плюсом. Моя мама мной бы гордилась. Отлично, раз ты такой молодец, докажи это. Убей своих заложников, и босс тебя примет. Убить нас? Разумеется, больше душ в армию босса. Ну, значит, чтобы пройти, я должен их убить? Это финальная проверка. Когда начнется война одного дня, мы должны будем убивать живых. К тому же, нам-то ничего не грозит. Удобно быть призраком. Хорошо, я убью их. Не хочу это пропустить. На раз... Кевин, нет. Два. Кевин. Три. Сейчас. Ага. Ну-ка. Так, погоди, это что тут за хламон еще появился? О-о-о-о, ополченец. О, ребята, ополченцы. Ну нифига себе тут. Так, готовы. Так, этот хмырь-то, смотрите, какую-то бомбочку вечно бросает. Да бросает. Ага, еще один появился такой же. Ладно, не беда, ребята, тут сердечко, по крайней мере, есть. И у нас, как видите, у Чарли со здоровьем-то проблем, в принципе, нету. Так. Но, готов. И последний, наверное, чудик, нет? Да, последний чудило. Ух,
Замечательно. Ребята, обязательно будем сохраняться. Обязательно. Да, конечно, хочу заменить текущий прогресс. Потому что это очень хорошо помогает в дальнейшем. Что такое? Опа, ты куда, Кевин? Ё-моё, так-так-так. Похоже, кто-то решил пройти через мой лес, не заплатив. Водитель автобуса Карл. Значит, это вы за всем стоите? Да, и скоро вы станете частью моей армии. Майор будет у меня в долгу, когда я отдам вас ему. Никогда. Ха-ха-ха. Так, и что ты хочешь мне сказать, босс? Крикун. Ты посмотри. Так. Четвертая. Вторая. Первая. Третья. Все, ребята, разобрались, короче. Давайте все по порядочку будем делать. Так. Первая и третья. Вау! Ха-ха-ха! Ну что, водитель автобуса Карл, тебе понравилось? Оу, черт подери, ополченцы опять. Значит, здесь вот так вот надо будет, да? Бить босса и еще вот с этими вот приспешниками драться. Паучки тут еще вылезли, блин. Тихо, тихо, в паутинку они хотят. Нет, как-нибудь без этого, ребята, как-нибудь без этого. Да че ты? Блин, взрыватель хренов, иди сюда. Да вас тут не слишком ли много-то расплодилось, а, олухи? Давай, сущности эти еще одержимые вылезли. Блин, пауки из-под тишка просто, а, смотри. Так, отдышались, продолжаем бомбить. Иди сюда, красный паук. Так, ребята, главное запомнить, как все здесь идет. Так, вторая, первая, третья, вторая, третья. Черт, ребята, я, по-моему, я забыл. Так. Ой, блин, вот это я тупанул. Опять драться. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это же взрывастики. Давай-давай-давай-давай, Чарли-Чарли-Чарли. Сматывайся-сматывайся у меня. Так-так-так-так-так-так-так-так. Не догоните. Блин, ж как я так мог лопухнуться-то с этими... С прыжками-то, а? Ну-ка давай, ребята, еще разок. Блин, путаюсь. Тут нужна ручка и карандаш, чтобы записывать. Так, зеленая. Синяя. Желтая, зеленая, синяя. Ну, по идее, так должно быть. Зеленая, синяя, желтая. Зеленая, синяя. Ну. Ага. Отлично, ребятушки. Поджарили его еще маленько. Блин, у него не обозначаются хпшки. Я не знаю, сколько по нему придется так делать. Раз. Оу, тихо. Ты смотри, кто у нас тут еще. Но уже появились вот эти вот зомбики, которые прыгают. Ай-яй-яй. Так, жизни, жизни у нас пока нормуль. Должны справиться. Ну, паучье. Ага, сердечко, отлично. Так, давай этого упыря. Да, это упырь, ребят. Блин, да что ж такое-то. Слушайте, давайте-ка, наверное, переключимся с вами вот на Большого Джо и будем и вот так вот давать ему люлей. Так, некромант. О, ребята, сколько их тут? Этот упырь еще. Упырь самый противный. Жалко, у меня нет никакого блока, да, чтобы я мог там отбиться как-то. Все, понеслась, ребят, запоминаем. Это все, ребятушки, на память. Так, желтая, красная, желтая, красная, желтая, красная, зеленая, синяя, желтая. Фух. Так. Да, ой, елки-палочки, да что ж такое-то? Блин, ой, тихо-тихо. Взрывайся-ки эти. Да, блин. Крис, давай, бегай, бегай, бегай. Ах ты, черт подери, задели все-таки. Надо переключаться, ребята, иначе у нас фиаско будет полное. Так, ну что, будем играть пока за Чарли. Не ори, урод, блин.
Так, первая, вторая, третья, четвертая. Так, вторая, четвертая. Вторая, четвертая, первая. Вторая, четвертая, первая, вторая. Четвертая, первая. Третья. Ребят, тут на самом... Тут на самом деле, блин, без ручки не обойтись. Так, буквально секундочку, подождите, сейчас я возьму ее. Иначе мы тут будем сейчас с вами 3 часа плясать. Ну что же, продолжаем, ребята. Ручку взял, лисочек взял. Так что теперь у нас все будет нормально. Так, тихо, 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 не поймайте меня. Да-да-да-да-да-да, конечно, 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 конечно. Ну, давай, толстяк, я жду тебя. Загорелись. Четвертая, первая, третья, вторая, третья, первая, третья. Все, ребята, поехали. Так, четвертая. Первая. Третья. Вторая. Третья. Первая и третья. Ну, так. Хе-хе. Так-то оно лучше запоминается просто. Оу, ребята, да мы... Да мы прошли, ё-моё, босса-то этого. Ему наваляли какие-то детишки. Так тебе, тряпка. Смотрите, дети, все призраки исчезают. Все. Нету больше армии призраков. Они все были у него под контролем. Зачем они ему понадобились? Война одного дня. По крайней мере, теперь они свободны. Ух! Эссенция голубой души. Эссенция голубой души – символ верности. Эссенция душ источает развращение души с большей силой. Следите за ним. Они очень ценные. Вот даже как. Что-то новенькое, ребят, у нас. Ох ты, а это еще что за... Что за фигня, блин? Хм. Так, и продолжаем на чем, ребята? Оу. Смотрите-ка, опять у нас тут майор Оурус. Как я устал, Хартман. Бронсон меня подвел. Пора покончить с этими детьми. Пусть даже придется их убить. Мне нужен назад мой дуат. Немедленно и привези сюда Бронсона. Он заплатит за свою слабость. С удовольствием, босс. Сэр, у нас новости, сэр. Мы потеряли контакт с лесной дружиной. Водитель автобуса испарился со всей армией. Хм. Мррр. Больше непрофессионализма я не потерплю. Хартман, бери вторую дивизию и разнеси весь этот чертов город. Моей машине нужно больше энергии. Вам нужны все люди, сэр? Все до последнего. И принеси мне камень, если не хочешь закончить, как Бронсон и другие неудачники. Так точно, сэр. Вас понял, сэр. Чувака там душит, блин. Ух ты, неужели мы... Нет, ребят, паучки. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда мы, наверное, сохранимся с вами и будем завершать эту серию. И обязательно с вами увидимся в новых видосиках и продолжим играть и проходить разные игры. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Удачи вам!